Ведь в преддверии поста, да? В преддверии поста необходимо поститься, естественно. К сожалению, я это делать не могу. Но вы можете. Но с другой стороны, пост скоро-скоро заканчивается. Скоро у нас Пасха. Вот. А после поста вы уже можете все что угодно покушать. Давайте определимся, где мы все это дело будем кушать. Я предлагаю вариант недорогой, качественный. И по цене то же самое, что и дома. И это, естественно, столовая по-домашнему, которая располагается здесь, на проспекте Ленина, 90. Вы знаете, меня легко достать, когда вы мне говорите, что масс-медиа – это не есть гуд, а я вам говорю, что с 99% бизнесменов я бы не общался, как и с большим количеством бюрократов. Но сегодня речь-то не об этом. Мы просто послушаем обыкновенных людей, посещающих столовую по-домашнему на Ленина, 90. Все-таки вы пришли сюда, в столовую по-домашнему. Цена вопроса и вообще, какой результат здесь? Ну, достаточно качественно, достаточно вкусно, ну и по деньгам очень-очень. Можно спокойно кушать? Да, конечно. Сумма небольшая, до 99 рублей. Да, конечно. Да, небольшая. То есть, в принципе, вы где работаете? Ну, чтобы понятно было. А, я учусь в колледже. Учитесь в колледже на 99 рублей. Здесь можно покушать? Да, спокойно. Удобного. Слушайте, я также хочу кушать. Да? Вообще-то да. То есть я сюда прихожу, а у вас еще ребеночек. Да. А как здесь кушается? Отлично, вкусно. И недорого. И недорого. А почему здесь кушаешь? Ну, что рядом работаю. А это дорого, нет? Нет. Недорого, да? То есть можно сюда прийти и спокойно покушать? Да, можно. Если недорого, почему не питаться? Логично? Конечно. Насколько здесь? Дешево, по-моему? Да, очень дешево, очень вкусно. Вопрос маленький я задал. Тут очень много кушаний где. То есть можно пойти и попробовать покушать в континенте, да? Дорого, ценники вырастают, да? Можно пойти шаурму купить. Вон, шаурма. Там можно на центральную городскую, да? Здесь также очень много столовых разных. Почему столько сюда? Ну, работаю недалеко от этой столовой. То есть в шаговой доступности мне очень удобно. Посмотрел другие столы, пришел сюда? Да, то есть как бы был в других столовых. Здесь мне что понравилось, это качество еды и доступность цен. Но все равно вкусно же здесь, да? Перебьет. Нет, вкусно, да. Вкусно, да? Кормят вкусно. Уже, ну, в принципе, более месяца мы здесь кушаем. Все нравится. Все нравится. Все нравится. Спасибо. Спасибо. Вкусно же? Да, вкусно. И вообще как бы и недорого. Да, и недорого. В общем, вернувшись на круги своя. Конечно, зная результаты, понимая последствия, столовая по-домашнему реально ушибает конкурентов. Здесь, на Ленина, 90. Потому что правило единое. Готовим не как в лучших домах и не Лондона, а всех городов нашей страны с индексом СССР. А что это такое? А вы не знали, что Магнитогорск строили люди изо всех концов любимой моей страны, счастливых стариков и ребят. И аромат-то здесь крутой. Зачем нам Япония? Зачем нам Италия? У нас все в действительности круче. Круче и самое главное, здесь те же цены, что вы можете сделать дома, поверьте мне. Ну и, естественно, просьба, куличики. Их тут пекут очень хорошо. Я пришел сегодня, даже ничего не буду говорить, потому что, когда я все это дело буду монтировать, вы это поймете, насколько это вкусно. Вкусно и недорого. То есть два блюда, да, то есть это завершающая процедура перед постом, а это не завершающая процедура после поста. То есть сейчас кушайте это, а после поста кушайте это. Цена, в принципе, не сильно большая. Ну, здесь, конечно, я покруче сделал, но после поста-то, чтобы не покушали, никаких проблем. Комбинация здешних приборов, это примерно 200 рублей, ну, чуть-чуть больше. Комбинация вот этого всего, это примерно 100 рублей. Ну, 100 с небольшим рублей. То есть, в принципе, покушать можно достаточно легко и просто. Вопрос, где я буду кушать? А вот с этим вопросом я вам говорю, пацаны, мальчики и девочки, мужчины и женщины, бабушки и дедушки, а также ваши детишки, залазьте в замечательную страничку под названием YouTube. Вбивайте мою фамилию Челейкин, и вы поймете, как я все это дело кушаю. Ну, естественно, оконцовочка. То, что я здесь покушал, и это не одна сотня баксов. В смысле, здесь это просто 400 рублей. Перемножьте на ресторан и поймете. Другая тема. Спасибо бабушке моей. 80-100 пельменей в меня залетало легко. Да и спасибо корпункту. Мало нас на селе не кормили. Ну просто было супер.
Теперь другой вопрос. А почему не утро, а почему не вечер? Во! Цена-то такая же, что вы можете приготовить себе и дома, но вкус другой. Так что, может быть, все-таки здесь и завтракать, и ужинать, а? Я бы вам показал, что это такое, но не буду это делать. По одной простой причине, я, когда приезжаю в столовую по-домашнему, я дома не кушаю, потому что я кушаю здесь. Конечно, все это супер. А теперь маленький вопрос. Когда я все это дело буду монтировать, наверняка я не буду так вкусно питаться, понимаете? Поэтому лучше вам приехать сюда и покушать.